Всем приветик, это новый шопинг-влог. Сегодня мы с вами пройдемся по магазинам, посмотрим, какие появились новинки. Я соберу для вас, как обычно, пару образов. И, думаю, начнем мы с вами с магазина MAC, продолжим магазином Resort. И хотела бы зайти в российский аналог магазина Stradivarius, посмотреть, что там новенького появилось и какое сейчас качество. MAC встречает нас уже вот такими яркими весенними расцветками. Очень много розового, светлых оттенков. Сейчас будем все смотреть более подробно. Что я сразу вижу, на самом деле много прикольных моделей, но материал в большинстве своем это просто неприятная такая тянущаяся синтетика, что, на мой взгляд, не супер приятно, но и цены соответствующие. Вот такой топ, например, интересный, стоит всего 3000 рублей. Оттенок у него такой насыщенный, красивый, алый. Возможно, камера не совсем передает. Много укороченных белых жакетов, розовых на 6000. Много трикотажных топов, лакированные красивые туфельки Мэри Джейн на каблуке. Кстати, если интересно, посмотрим с вами тоже стоимость. Такие туфельки красивого лавандового оттенка стоят всего лишь 4600. И по традиции показываю вам свой сегодняшний аутфит. На мне лонгслив бренда Charm Store, сумка Zara, брюки, не помню, в каком-то покупала шоуруме, уги. Ну и все. И моя новая оправа. Я очень долго искала подходящую, нашла идеальный кошечек Miu Miu. Моя подружка говорит, что я в них похожа на Евелину Хромчик. Это забавно. Вот так. Джинсы со стразами, за которыми многие гонялись. Думаю, тут у них цена поприятнее. Вот такая модель, например, стоит 4600. С вертикальными полосками и страз 6600. Красивый, только я не понимаю, как это стирать. На самом деле, я, кстати, уже один раз снимала блок из MAC, но он так и не вышел, потому что мне он показался очень скучным и не было особо достойных позиций, которые бы хотела вам показать. 4600. Прикольно, если кому-то нужны, но не знаю, мне кажется, что для первой стирки, а потом придется покупать клей-пистолет и стразы. Если честно, у меня немного портится настроение, пока я по мере того, сколько я здесь нахожусь, поэтому, скорее всего, я вам не буду показывать все подряд, покажу только пару удачных, на мой взгляд, вещичек, потому что здесь, конечно же, как в любом магазине, можно найти какие-то жемчужины. Причем у меня есть, кстати, вещи из MAC, которые мне очень нравятся. Ну, сейчас будем с вами все смотреть. Понравились вот эти серые брюки с тонкой белой полосочкой. Сейчас посмотрим состав. Полиэстер. Стоимость 3600. Выглядят они вот так. Они прямые, длинные и со стрелкой. Я думаю, сяду просто очень красиво. Еще есть такие же в темном таком синем оттенке. Качество ткани не супер, но я уверена, что сядут они классно, потому что крой выглядит удачным. Пройдемся по обуви. Понравились вот эти замшевые казачки. Это натуральная замша. И стоят они всего 8000. Вот такие сандали в стиле биркенштоков. Стоят 5. Но меня смущает их контрастный вот этот черный рантик. Мне кажется, его можно было сделать каким-нибудь более аккуратным. Это тоже натуральная замша. Еще вот такие ботиночки. Они симпатичны, но меня в них смущают шнурки и, возможно, еще что-то. Я не знаю. Не могу точно сформулировать, что меня ведь смущает, но, возможно, сюда не хватает каких-то других шнурков в цвет ботинок, например, или заменить вот эти тканевые на кожаные шнурки. Еще понравились вот эти тапочки деда. 100% мне нужны такие на осень, на весну, но, возможно, не от MAC. Я еще в поисках. Стоимость 6. Хорошенькие. Но в таком обуви не особо удобно ходить, потому что они шлепают. Такую сумочку-милашку. Это такой мешочек с блестками. Выглядит очень-очень мило. И классно разбавит всякие базовые образы. Добавит яркий праздничный акцент. Стоит 2600. Очень хорошенькая. Также найдены симпатичные туфельки в стиле Gucci. Стоит 4600. Для цветовых акцентов в образе есть вот такие сумочки. Она еще есть в кремовом оттенке. Они из полиуретана, стоит 2300. Сделано довольно хорошо. У них симпатичная фурнитура. Не супер дешево выглядят. В общем, неплохо, просто чтобы разбавить как-то образы. Я бы выбрала зеленый или бежевый. Ой, а вот это мне уже очень нравится. Просто посмотрите на них. Красивые. Я вам уже показывала похожие бежевые. Но в джинсе мне нравится даже больше. Стоит также 4600. Это просто роскошь. Очень красивые.
Очень понравилась эта рубашка. Она, скорее всего, хлопковая, такая укороченная, при этом с сохраненными карманами. Красивый, насыщенный, зеленый, оливковый такой оттенок. Стоимость 3000, ткань 100% хлопок. Еще понравился вот этот топ снизу в стиле Селин. Вот, кстати, он лежит. Я думаю, что это, наверное, вискоза. 1600 полиамид. Здесь очень много базовых джинс по приятным ценам, которые также классно садятся, как и модели, вышедшие из Zara. И, кроме того, здесь есть разные интересные варианты. Например, посмотрите на эти джинсы. Мы уже привыкли к с вами к золотым и серебряным, но красные – это что-то новенькое. 106. Итак, первый образ. Это трикотажное длинное платье в длине макси с двумя разрезами по бокам. Примеряю их с белыми кедами, с такими леопардовыми вставками. Платье симпатичное, его можно носить как с джинсовой курткой, так и с бомбером, и вообще с любой верхней одеждой, вплоть до пиджака. Вот о чем я и говорила, можно даже накинуть поверх какой-нибудь оверсайз жакет, и в целом это платье станет отличной альтернативой какой-нибудь длинной шелковой комбинации, смотрится также симпатично, но при этом не будет жарко, платье не будет электризоваться, и такое классное природное сочетание цветов получилось, оттенков. Здесь, правда, очень сильно светит яркий свет, извините за тавтологию, из-за этого цветокоррекция немного нарушена. Ну, оттенки, сложно передать оттенки, в общем, это такой красивый бежевый и выстиранный зеленый. Смотрится хорошо. У меня, в общем, как вы поняли, уже курс на весну, я отказываюсь воспринимать теплую зимнюю одежду. И так как у нас сейчас в моде деним, можно накинуть поверх какую-нибудь джинсовую рубашку, например, светлого оттенка, чтобы это не так все контрастировало по цветам. Но мне не нравится, что здесь клепки, а не пуговицы. Из-за того, что рубашка в расстегнутом виде, некрасиво видны вот эти пуговки. Но в целом не обязательно же выбирать именно эту рубашку. Но кеды, кстати, очень симпатичные. Это, к сожалению, не кожа, но тем не менее они прям удобные и симпатичные. Показываю стоимость платья. На мне был размер S. Платье хорошее, оно 100% хлопка, вот его 100% можно здесь взять. Затем рубашка, которую я примеряла, она стоит 2600, также из хлопка. Я примеряла размер M, чтобы было посвободнее. И жакет, который я совершенно не могу никому рекомендовать, он стоит 7. На мой взгляд, качество ужасное, он из полиэстера, но примерила для того, чтобы показать идею. Маг, проблема в том, что здесь можно показать идею образа, но вещи для ее реализации не очень-то подходят. Так я примеряю красивый костюмный жилет в таком сложном пастельном оттенке. Камера сейчас довольно хорошо его передает, но нет, все же в жизни он более фиолетовый, чем на камере. И красивый, струящийся длинный атласный юбки. Она невероятно красивая. Я обожаю такие юбки. У меня есть в нескольких оттенках в гардеробе. И, возможно, сейчас вот эту, кстати, я тоже возьму. На хорошего качества. И замечательной длины на 1,65 м. У нее сзади есть разрез. Да, она немного просвечивает белье, но такие вещи надо надевать с телесным бельем, а не как у меня сейчас. Жилетка в самом маленьком размере, но она мне все равно великовата. Я бы ее утянула в талию, чтобы она сидела вот так по фигуре. Было бы красивее и более женственно. Несмотря на то, что у меня размер XSS, но у меня есть вот эти ушки на бедрах, поэтому вы видите, как сидит юбка, но я из-за этого совершенно не комплексую. Плюс я бы надевала сверху. Я обычно ношу такие юбки с длинными жакетами или длинными свитерами, поэтому думаю, что это не так критично. Но если у вас есть какие-то переживания на этот счет, то да, эта юбка подчеркивает неровности на теле. Как-то так я представляла этот образ у себя в голове. Единственное, жакет, конечно, совершенно не подавающего качества, на мой взгляд, но не будем о грустном. Мне нравится сочетать, у меня есть несколько костюмных жилетов, и мне нравится сочетать их с отличными по оттенку жакетами сверху. Мне кажется, так выглядит интереснее, создается эффект многослойности. И, в общем, мне очень нравится и близок вот такой стиль и такие женственные образы. Юбка, правда, классная. Вот посмотрите, надеваешь длинный жакет, и этих ушек уже не видно. Все выглядит просто потрясающе. Так что, я думаю, можно взять, она стоит каких-то совершенно смешных денег. Сейчас я вам скажу. Ну нет, она, кстати, стоит чуть дороже, чем я думала, 3600. Мне казалось, что она стоит 2 с чем-то. Стоимость жилета 4. На мне был размер S.
но я бы его немного приталила, но это не проблема. Я почти все вещи, которые покупаю, наверное, в 80% случаев отдаю в ателье, чтобы его вещи посадили ровно на мою фигуру. Состав такой смешанный. В целом, мне кажется, очень хорошая жилетка за свои деньги. Там есть целый костюм. Наверное, целый костюм бы я не брала, потому что маг не очень хорошего качества жакета. Но там есть такие же брюки, и цвет очень красивый в жизни. Камера, к сожалению, его не передает. Такой пастельный, красивейший, сложный оттенок, но он очень классно будет сочетаться с разными природными и пастельными оттенками. Видите, с зеленым, с бежевым. В общем, мне кажется, это очень удачная вещь. И завершительный образ, он состоит на 50% из моих вещей, мои украшения и мой лонгслив. Повторюсь, он из Charms Store и юбка, которая мне так сильно приглянулась. Как видите, она очень классно сочетается и с любым лонгсливом, только я бы, наверное, надела под низ белый, поверху черный, и была бы такая многослойность, смотрелась бы еще интереснее, чем просто лонгслив и юбка. Но в целом она подойдет к огромному количеству верхов, несмотря на то, что вот она, как видите, немного просвечивает. У нее средняя посадка, я бы сказала. Вот тут она заканчивается. В общем, хорошая юбка. Я думаю, что стоит ее взять. Меня на самом деле покорила ее длина. Редко встретишь прямо в масс-маркете такие длинные юбки. Чаще всего они заканчиваются где-то вот здесь. Итак, мы с вами снова оказались в Лайм. Пребывание в МАК высосало из меня просто все силы. Я не знаю, почему так, но в последнее время у меня случилось это со многими брендами. Нахождение в некоторых магазинах просто мне неприятно, высасывает из меня жизненную энергию и настроение. Поэтому я вернулась в магазин, в котором действительно много трендовых моделей, классных ярких цветов. И давайте сейчас примерим первый образ, который я собрала. Для первого образа ничего придумывать не пришлось, потому что эти две вещи и так продавались комплектом. Я давно хотела их померить, но никак не находила нужный размер. Рубашка у меня в размере S, а джинсы в размере 34. Это мой размер, но обычно я предпочитаю брать джинсы на размер побольше, чтобы они сидели посвободнее. И здесь бы это тоже не помешало, потому что верх получился таким массивным, а низ таким узким, из-за этого какой-то дисбаланс в пропорциях. Мне это не очень нравится, тем не менее, две вещи очень качественные, очень красивый цвет, темные джинсы с такими потертостями. И, кстати, меня удивило, что рубашка на кнопках. Я думаю, что это пуговица. Вот так она выглядит в заправленном виде. Ну, опять-таки говорю, повторюсь, мне кажется, что на меня этот комплект не сел. И вот так будет выглядеть рубашка, если выправить ее из джинс. У меня в целом у мужа есть такая рубашка, так что покупать ее нет необходимости. И вот так выглядит осадка джинс. Довольно хорошие джинсы. Вот так сидят сзади. Правда, они уменьшают визуально попу из-за того, что у них такие потертости. Опять-таки, это все влияет на пропорции. Размер больше, смотрелось бы лучше. Итак, показываю артикул джинс. Стоимость 5600. Внизу надела казаки, тоже лайн. Показывала их в предыдущем видео. Они с такими квадратными носами. Очень комфортный колодка. Каблучок совсем небольшой. Красивый и удобный. И артикул рубашки. Стоимость 6. Странно, кстати, что рубашка дороже джинс. Образ. Я оставила те же джинсы и казаки. Повязала на пояс клетчатую рубашку. Но клетчатая рубашка, конечно, по цвету сюда подходит супер. Но посмотрите на эти трэш-пуговицы. Конечно, при желании их можно отпороть и заменить на другие, но меня, в принципе, удивляет это решение изначально. Также я добавила сюда вот эту футболку с собачкой, есть такая же черная, и оказалась жакет на размер больше своего. Рубашки. Кстати, интересно, что у нее за состав, потому что это не похоже на хлопок или вискозу, при этом это стоит 6000. Сейчас проверим с вами, что это. Да, это 76% вообще-то полиэстера. Тогда меня это очень удивляет. Расцветка, посмотрите, какая красивая. Жакет тоже, если честно, я бы не стала рекомендовать. Я просто показала это как идею образа, потому что здесь есть и по качественнее жакеты. Просто мне понравился оттенок, как он классно миксуется с этой рубашкой. Вот артикул жакета. Артикул футболки. Зеркально, но надеюсь, понял. Стоимость 2600, на мне размер S. Кстати, я не сказала, но мой рост 165. Для того, чтобы вам было понятно, как сидят брюки и другая одежда. Джинсы, кстати, правда выглядят классно. Мне они понравились, но у меня их уже миллион.
футболка милашка. Возможно, стоит взять. Полная длина у нее вот такая. И в размере S она закрывает ягодицы, что хорошо, потому что я сейчас ищу какие-нибудь оверсайз большие футболки для того, чтобы носить их вот с этими брюками, которые я купила. И вот с этими брюками, которые я купила. Короче, у меня случился тотальный шопинг. И один из заключительных образов я взяла померить этот оранжевый комплект. И эту курточку я примерила своим лонгсливом с теми же джинсами. Мне кажется, что выглядит очень хорошо, добавляет такой яркий акцент. При этом, кстати, сама куртка классная. Я взяла на размер больше, это размер M. И, боже, как же меня выбесила эта громкая музыка тональных на всех светлых вещах. Я сегодня просто на каком-то жестком негативчике, извините. А куртка в жизни не такая контрастная на самом деле. Смотрите, выглядит очень хорошо. Это такой насыщенный оранжевый оттенок, но он не то чтобы такой светящийся, неоновый, как это выглядит на камере, вот в это большое зеркало. В общем, мне понравилось. И сейчас будем с вами примерять целый комплект. Вот так это выглядит в образе. И вот так эти вещи смотрятся комплектом. Но в жизни я вам уже говорила, оттенок выглядит получше и подороже, чем на камере. На камере это просто вырвиглазный оранжевый оттенок, что на 50% обесценивает его покупку, потому что на фотках будет смотреться точно так же. Так что покупать я бы его точно не стала. Но выглядит неплохо и сидит в целом тоже хорошо. Сейчас вам покажу размеры и артикулы. Показываю артикул куртки и артикул юбки. На мне был размер S и N. Много симпатичных украшений на длинных шнурочках. У них регулируется длина. Ставим, например, вот такого абстрактного кулона. 2600. Вот такого формы подкова. 1600. Но если, правда, уже не заказываю кучу украшений, я думаю, как придут, покажу вам, сделаю распаковку здесь или в своем телеграм-канале. Трендовые браслетики. Ну, красивые заколки, чтобы украшать свою прическу. Там 1400. В общем, здесь классная бижутерия, есть с чего выбрать. Мы с вами перемещаемся в Манго. И здесь мое внимание привлекла такая красивая блестящая малышка. Посмотрите, как красиво переливается. Ее стоимость 6. Понравился этот видовый жакетик в таком глубоком оливковом оттенке. Стоимость у него 10, и есть еще другие оттенки. Похожая модель уже была представлена в Манго. Вот они, видимо, перевыпустили что-то похожее. Но тут, кстати, пуговицы мне нравятся намного меньше. Там они были какие-то более такие под винтаж и более матовые. Есть еще вот черный. Вот еще симпатичные сумочки. Кстати, у них довольно недешевая фурнитура. Выглядят прилично. Такой красивый карамельный оттенок, черный и бежевый. Стоимость каждой 4800. Ну, еще одна симпатичная сумочка в таком минималистичном дизайне с небольшой пряжкой. Стоит 6. Очень красивый такой винный трендовый оттенок. Еще классные сапоги нашла из натуральной кожи. Выглядят очень стильные. Кстати, обувь в Манго хорошо носится. У меня была стоимость 18. Очень красивая. Первый образ с тем жакетом, который я вам показывала при входе, дополнила его болотными брюками и нереальной красоты золотистыми балетками. Правда, они не маловато. Их лучше брать на размер больше своего. Итак, я примерила тот зеленый жакет, который показывала при входе, с брюками болотного цвета и нереальной красоты, золотистыми балетками. Правда, они мне маловаты. Лучше брать на размер больше своего. Примерила этот жакет еще с джинсами. Это красивые джинсы прямой посадки с таким красивым состаренным эффектом. Красивый очень оттенок. И хорошо сидят. Посмотрите, как это все сочетается по оттенкам. Этот образ, наверное, мой фаворит на сегодня. Сюда бы еще какую-нибудь расслабленную сумку непонятной формы из замши. Будет такой расслабленный парижский шик. Кстати, вот предыдущие были 37 размера, я всегда ношу 37, но эти в 38 подошли мне намного лучше, так что имейте в виду, лучше брать на размер больше, они маломерят. Из того, что я сегодня мерила, мне больше всего понравился джемпер.
показывала его артикул. Я примеряла в размере М. Он сейчас на распродаже. И этот оливковый жакетик. Я примеряла размер М, но мне кажется, L сидел бы еще лучше на моих параметрах. И посмотрите вблизи на эти балетки. Они из натуральной кожи. Обе пары. Есть такие декоративные маленькие бантики. Хороший каблучок. Очень удобные, мягкие. И стоимость 7. На сегодня это все. Я зашла в 3 магазина и получилось, что получилось. Сегодня лова не вышло. Я ничего себе не купила, несмотря на то, что мне понравилась юбка из MAC. Но в целом я как-то устала, у меня ПМС. Я не супер довольна всем, что я сегодня не снимала. Но, тем не менее, я выложу, чтобы не пропадал материал. Большое спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. QR-код оставлен на экране, а ссылку на него вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся на следующей неделе.